разрешите обратиться. Все, он для вас все сделал. Дальше. Сейчас у вас темно. Директор сказал, что придет к нам на контрольные нормативы, которые мы будем сдавать. Я думаю, такой урок вперед. Это скакалка у девочек, у мальчиков. Я тоже дам скакалку. И пресс. И пресс. Как вы сделаете, так вы попадете в группу. То есть и мы сможем кушать. Есть девочки, которые занимаются гимнастикой и танцем. Значит, вы в той секции пока остаетесь записаны. Потому что делается совсем тяжело. Я вам еще раз отдельно объясню. Еще раз отдельно. Там есть то, что вы будете кушать. Но там мне нужно поговорить с вашими тренерами, которые вас должны тренировать. Я узнал, что я не могу все вам рассказать. Просто не могу все рассказать, потому что это среди взрослых. Но должно быть все хорошо. Не знаю, как получится, но должно быть все хорошо. Дальше, теперь смотрите внимательно. Если вы выйдете, да, придет директор, мы построимся, начнем разминку. А кстати, вы знаете, что ваш директор занимался дзюдо? Да. Я знала, когда одна была. Она меня хорошо знает, потому что я не работал здесь. Она меня знает. Я когда тренировался, она тренировалась, у нас был такой Василий Фуга, тренер среди девушек. И вот там главная Елена выступала. Она выступала с ребятами здесь, которые меня тренировались. Она говорит, Сергей Анатольевич, она же была просто учительницей, а потом стала директором. Если вы вот так завяжете, да, или вот так можно. Вот некоторые еще так завязывают, вот так. И боже. Показывают, как завязывать. Самый легкий способ, когда вы научитесь, то, что вам показывает второй способ, так как завязывают уже мастера спорта. Я показываю, как на вещи. Встали. Встали. Сняли пояс, взяли вот так. У кого маленький пояс, мы поменяем. Вика, чуть-чуть туда подвинься. Вот смотри, вот как эту девочку зовут, я не знаю. Да, еще раз. Николета. Николете нужен другой пояс. Два пояса нужно. Нормально. Пока нормально. Мы попробуем. Если будет маленький, мы дадим. Вы, я думаю, можете поменяться даже. Нет, если у тебя длинный, лучше с ней поменяйся. Попробуй. Посмотрите внимательно. Пояс. Середина, животатик. Да? Да. Мальчик там. Все нормально. Смотрите, запахнули. Раз, два. Середина. Пузо. И вокруг. Оп. Два. Видите, оно пришло вот сюда. Что дальше делаем? У вас нет тренерского галстука. Вы не знаете, кто такие пионеры. Вы родились не в то время. А мы были пионеры. Мы галстук все время носили красный. Завязывали. Были октябрята, вот маленькие, до 5-4 класса. Потом пионеры, потом комсомольцы. Теперь смотрите. Ставлю раз и сверху два. Вот. Раз, два. И тот, что снизу поет. Снизу сразу за два. За два. Вот. Оп, видите, да? И потом еще раз на улицу. Оп. И все. И получилось это. Ксюшенька, посмотри, пожалуйста, у них. А, нет, посмотри, у девочки, а я у мальчика. Посмотрим. Стоп, иди сюда. Круг. Посмотрите внимательно. Девочки, Петя, Боярец, посмотрите. Видите? Какой? Да? На соревнованиях не разрешают. Значит, мы что сделаем? Снимай пояс, вот себе другой посмотрим. Раз, два, да? Вот. Теперь берешь эту шутку, сразу задал. Стоп. Все, надо идти. Кто забежал пояс, может сесть. Скажите еще раз. Вот молодец, умница, но он будет развязываться. Раз.
Хорошо. Так, а, ей другое надо. Нет, ей другое. Нет, ну давайте да, посмотрим. Да. Так, а теперь, боец, развязали пояс, положили сюда на шею. Походи сюда, 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 смотри. Да. И вот туда. Девочки встали. Девочки, как встать по полиборбенно? Помогай. Склад. Как? Склад. Редикацию. Так, пояса сняли, положили вот так, как я на шею. Развязали пояса. Развязали пояса сделали. Так, давайте мы сделаем по-другому. Девочки, идите туда, мальчики, а вы сюда. Там больше места, здесь меньше. Поменялись. Девочки встали, передикацивая. Итак, пацаны, смотрим на меня, стоим. Девочки встали. Сейчас мы посмотрим, какая команда быстрее сделает, мальчики или девочки. Так, пояс завязать. Приготовились, пояс завязать. Пацаны, кто первый, девочки или мальчики? Кто первый завяжет? Так, ты вокруг. Все. Вокруг. Андрей, грязи правила. Все, 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 я понял. Что можно? Матея? Матея? Команда Матея, стоп. Значит, время вышло. Ни вы не выиграли, ни вы не выиграли. Пояса развязали. Развязали пояс. Поставили на шею, приготовились. Я снова так, желтый пояс. Желтый пояс, пошел. Да? Жёстко. Повернись. Сейчас. Попробуй вот это. Основу подойдёт. А мы попробуем вот это. Так, приготовились. Раз, два, считаю до 30. Три, четыре, все. Пять, шесть, семь, все. Восемь, девять, все. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 24, 25, 26, стоп, Мате, 26, значит 30, обе команды, сейчас до 20 считаю, развязали пояс, пояс развязали, поставили сюда на шею.
Считаю до 20. Внимание. Отжимы. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Да. Нет. Все, Аджимен, пошли разминка.
Так, а теперь нет. Ты можешь идти домой. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Кто? Матея. Значит, внимание сюда. Видите, сколько людей, да? Я не могу каждому делать то, что он хочет. Если вы пришли на тренировку, я тренер. Все, что тренер. Думаю, Юрий тоже тренер. То есть повторим. Наш слово закон. Сказали, сделали. То есть нет, у вас не должно быть такого. Я хочу, я не хочу. Мы сказали, мы сделали. Вот когда вы после того, как сделали, вы можете после тренировки подойти, когда Сергей Анатольевич, вот я хотел бы то-то, то-то и то-то. Я вас очень прошу. Потому что я не люблю. Вот видите, да, призер Олимпийских игр по борьбе с дзюдо. За 4 года я бы не сделал ни одного замечания. Я сказал, Сережа, 100 бросков. Поклонился, пошел сделал. Сережа, борешься здесь. Вы тренируетесь одну тренировку, он две тренировался. Две подряд. Когда была разминка, второй тренировки, он отдыхал, я ему сделал место, он в тренерской отдыхал 20 минут, потом выходил, разминался, дальше работал. Я говорю, Сережа, с ним борешься, он борется. Сережа, с ним борешься, борется. Сережа, 50 бросков подклад. Он все делал. Поэтому я прошу вас, или сюда становишься, и больше со мной не стоит. Все, начали, пошли разминаемся. Хорошо, хорошо, пошли. Что делаем? Скакалка. Раз. Фамилия, имя. Кук Артём, прошу вас. Я хочу домой. Остановился там, сейчас оценку скажу. Оценка 6. Ушел. Как фамилия, имя? Русский мат. Говори, пожалуйста. Молодец. 3. Ничего, ничего, надо научиться. Прошу вас. Молодец, красавец. Тоже 2. Прошу вас. Молодец, 3. Пацаны, вы красавцы. Ушли туда сели. Ушли сели. Еще раз. Начало всегда неинтересно. Всегда неинтересно. Вы хотите вообще то, вот они это самое. Это неинтересно, а там все делать людей. На это начали шпитать, Руслан. То есть мне нужно, чтобы вы хорошо падали, потом мы выучим немножко приема, потом мы научимся это. И потом вы будете прыгать, девочки. Знаете, как вы будете прыгать? Я вот так встану, вы будете через меня прыгать. Вот спросите. Я правильно говорю? Ты через стол прыгаешь. Просто надо заниматься, и тогда не будет болеть голова. Так, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Маты сюда убрали. Эй! Ставим, взяли маты, убрали. Читай до 10, нет, буду бить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Поставили? Да. Посмотрите, как вы поставили. Чтобы вам суп так наливали. Ой, неровно. Ой, неровно, да. Неровно. Можно там что? Это только девочки могут хорошо делать. А мальчики никогда. Они могут поставить. Да? Эй, вот отсюда вот. Нет, наоборот. Смотри, девочки несут, а мальчики. Молодцы. Хорошо. Мальчики молодцы, мне понравились. Значит, сейчас, девочки, видите, у нас прекрасные мальчики. Да. А сейчас мы будем бросать. Куяшки! Да. Да, ну-ка мне. Вот это дверь. Так. А ты сядь вон туда,
Погнали, все. Все сюда. Или ты, или он, отойдет его, и все. Он сидит, сидит рядом с ним, садится, чтобы кто-то выдергал. Я? Ну кто, я что ли? Посмотрите, пацаны, вы сядете на колени сейчас. Кто? Руки вперед. Девочки, берете руку. Девочки. Раз, два. Девочки. Дальше что вы делаете? Поворачиваетесь и скручиваете. Оп. Ёлка, ты падаешь. Так же назвать убийцу можно. Еще раз. Еще раз. Девочки, посмотрите. Если вы взяли эту руку. Руку. Вот здесь, рука. То второй рукой берем вот здесь. Если вы наоборот. Здесь. Теперь смотрите, я ухожу в сторону. Ухожу, ухожу. Видите, рукой скручиваю. Вот. Все, два. Сели, я сказал, туда сели. Да, ко мне. Ай. Вот здесь, на колени, вот сюда. Артем, вот сюда. Григорий, Григорий, ай. Габриэл, Аиш. Аиш. И Вадим. Аиш. Это наша последняя медаль. Вот здесь. Что? Вадим? Нет. Вика, куда? Все разговоры. Руслана, рядом, как ем. Может, легче. Куб. Вот сюда. Вот сюда. Вот тут вот ним остановимся. А, вы вдвоем, сюда. Сюда и сюда. Так, вы подходите. Еще раз показываю. Берем за рукав. Я беру. За руки поставь. Ценим. Мы его двигаем. И отсюда уходим и бросок. Пошли. Отсюда. Так, туда. Списывай. И бросай. Так, держи его. Я не буду Пожалуйста, 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 п
Нет,
здесь мальчики порос. Построятся здесь. Я считаю до 10. В одну шеренгу становись. Считай до 5. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так. Мальчики хорошо стоят? Хорошо. Девочки. Девочки стоят очень хорошо, но тот, кто выше, должен стоять с этой стороны. То есть Вика, кто? Вика сюда. Руслана рядышком. Аделина. И я уже потихоньку запоминаю. Там Олеся. Олеся. Не Приветка, не Беатрич. Беатрич. Не обижайся, я пока запомню. Ну, хорошо, да? Так, сейчас. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно. Сейчас я не здесь встану, вы разбежитесь. Я встану не здесь, я встану там. Значит, нужно вот здесь будет построить. Если я там встану, значит, там надо будет построить. Разбежались. Все, бегаем. Подуши нету, за мной. Становись, считай до 5. Вон он. Двое. Патру. Чинь. Смотрим. Ой, какие классные. Да, я бы не смог так. Значит, еще раз. Те, кто там, будете когда проходить, будете проходить вот эту штуку, которую подойдите. Значит, когда мы приходим, надо подшипить, будете уходить. Хорошо? Значит, кимоно и пояса. Сейчас я вам покажу, как нужно будет сложить. Мальчики там складывают, а девочки складывают здесь. Смотрите, вот берете кимоно, да, на половиночку, дальше, сюда, это, да, сюда, это, сюда, на стул, так, пояс, сюда, сюда и пояс. И складывайте здесь. Мальчики складывают там. 40, 40 вот это. Лайк, дэри. Пока там не Да, все, можно идти домой. Когда? Каждый день время. Кто у меня танцы на танцах? Кто-то на танцах? Нет, нет. Еще кто-то, до свидания. Николай, позови, пожалуйста. Гимнастика там во сколько пришла? Центральная мера? Три или два? Три или два, да? Ну, в три, значит, раньше нет, да? Хорошо. А потом нужно было дальше сыграть? Напиши. Хорошо. Я запомню. Каждому напишу, я чтобы знал, а то где-то потерять. Николай, ты танцы, правильно? Да? Ты пока еще там. Я не могу что-то делать. Кстати, сейчас, скажи, пожалуйста, ты была как раз сейчас, с сентября? Ира, а кто тебя тренировал? Первый, она сейчас ушла? Да. А кто сейчас должен? Алина. Давно Алина.
А во сколько у вас тренировки начинаются? Там, там, какие дни? Смотри, в рот, у кого животе больше булькает, то ты выиграл. А кто у нас был? Она была самая полная. Слушай, хорошая вода? Очень. Можно попробовать? Кто-то тебе еще ставит. Не пей сразу тренировки, ты спотеешь. Чуть-чуть подожди, потом выпей. Вот, пока я тут не выпил. Я не выпил. Да, пил, да? Нет, я не выпил. Ну, вроде все здесь были. На тебя смотри, какой сказали? Когда будут? До свидания. До свидания. До свидания, девочки. У тебя плохой автобус был. Вообще 23, я сдал 50 минут не пришел. Я сел в рельс до Пушкина заехал. Только на конечном 23 появился. Но назад пробки. Покупай машину. Я не притяну. Так машину такую большую, чтобы там не жить можно. Вышел правда, да? Что за шум? Эй! Олег, не здрасте, не до свидания, он целый мел. Сейчас я включить буду. Стой, 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 стой,
понял. Боец. Сейчас заставим. Леша у меня не расходит. Вы приехали. А чей рюкзак вот этот? Рюкзак куда? Туда. Развивал. Как пистяк, да? Пистяк, да. Мы сейчас пойдем. Разрешите? Можно. Можно. Вам помочь? Я знал, что ты ждешь уже час 40 добрался. Я сразу должен был быть ехать здесь сейчас. Вот сейчас. А я в 12 вышла с ними. Я думаю, до дома уже не сильно. Быстро. Я поехал на базар, ехал час 10 минут 15. Так, ждал маршрутку, потом ехал. Где-то час 20, час вот так, час 20, час 10. Сдал принтер. Обратно думаю, как ехать. 113, 100. Решил. Решил. Там девочки в этом, в раздевалке. Решил 66. Пришел, а там перерыв, там метка труда есть. Я думаю. Сядь, дай, боец, ошибаться. Маску сними и садись. Я решил этот на 66. Дальше, значит, сел на 134. Доехал до цирка, но сидя. Доехал до цирка, вышел, смотрю, троллейбус. Пустой, живой, хорошо. Ну, вроде чекан. Сел, оказывается, Чепкар. И я поехал вниз, потом думаю, так, если я здесь выйду типографию, потому что пилять сколько. Поехал в следующий остановок. Вышел, перешел, идет 121-я машина. А Чекары где? Ну, Чеканы, Чевкая. Чекары где? Чеканы здесь. Нет, Чекада, а ты стал? Чевкая, старая почта. Чевкая. Дальше. Я решил, смотрю, подошла маршрутка, спрашиваю, 121-я. Я, можно сесть? Я сел, ездит. Я говорю, вы где заворачиваете? Потому что она заворачивает не... Вот здесь вот она заворачивает, раньше. Слез. Уже сел на 112 и уже доехал сюда. Но везде я сидел. Я нигде не стоял. Потому что если там подходили, это не можно стоять. Вот, ну, знаете. Сергей, я ваш YouTube-канал нашла. Еще раз? Я ваш YouTube-канал нашла. Нашла? Да. Как называется? Не знаю, но я подписалась на вас. Да? А как вот, называется, тоже подпишусь. Значит, канал называется Личео Молдова. Да. Вот я уже выставил, как вы это самое. Ну, карточку потерял, 380 лет бестолковый. Вчера шел, музыку слушал, как она выпала. И там есть ваша тренировка. Есть вот этот ковер, посередине нет. Пойду сегодня там, где шел, может найду. Я вам потом покажу. Вот там я буду выставлять тренировку. Так. Значит, еще раз, пока, мы посмотрим кимоно, оставлять будете здесь. Ну, Вика забирает, мы забираем. А те, которые новенькие, пока будут здесь, чтобы я знал, что они придут, там бросят и все. А так я буду знать, у кого что. Так. Вадим, будьте кимоно. Есть кимоно? Могу одеть.
Так, вот эти два стали. То же самое. Вы должны будете потом сами покупать. Это я пока даю. Так. Дура кимоно или нет? Ты что здесь? Садись, сколько ешь, Сейчас девочек позову, и мы начнем. Зачем вам вода? Потом история закончится. А горшка нет у меня. Я тебя прошу, скажи, что я выбегу оттуда. Остальные не надо, сидите. Вы же не Вика, кто же не Вика зовут? Пошире, Руслан, дай там, пожалуйста. Артём, как просто.
Так, еще девочка, рассказка, рассказка. Девочка, рассказка, рассказка. Есть ли? Ну что они там делают? Да, беседа. Книжки читают или... Кого? Так, Руслана, вот там кимоно. Руслана, там вот кимоно, там, там. Ты помнишь свое кимоно, Руслана? Да, Руслана. Руслана, посмотри свое кимоно, Руслана. Посмотри там свое кимоно, если нет, вот кимоно. Серьги, да. Вот там 50, можешь любой брать. Эй! А что за это? А смотри, потому что, чтобы маленькая не было. Она на Вики одета, а ее вот. Твое на Вики? Да. Не, у Вики своя должна быть. Они как лестницы. Ты смотри, ты надень свое кимоно, вот то, что ты одевала, то, что я тебе дал. На Вики? Сейчас. Так, здравствуйте, разрешите войти. Здравствуйте, разрешите войти. Вперед, извините. Надзор на вас. А, Вика, Вика, иди сюда. Викуля, Вика, подойди сюда. Викуша, Вика, подойди сюда. Скажи, пожалуйста, это кино Вика? Да, Вика. Она подписана, все, ты подписывала. Руслан, одевайте. А, вот там кимоно есть. Одевайте куртку. Андрей, я сказал, так для куртки не садитесь. Дайте идти взять куртку. Маску надо сюда поставить. Есть у тебя мобильный, нету? Есть. Там, да? Да. А там закрыто? Да. Хорошо. Отлично, да? Да. Нет. Отдай мне это, на тебя маленькая. Куртку. Вот посмотрите. Вот эти две куртки. А подожди, не трогай. Вот большая дай ей, а ты отдай ей. Нет, у меня вчера была маленькая для меня. Сейчас. Возьми, попробуй это. Иди сюда. Эй! Поехали, ну быстро сели сюда!
Добрый день, или нужно сделать дом-лантинор. Один дом-лантинор.
А что ты делаешь, когда видишь директора? Как директора зовут? Ты знаешь? Донна Елена. Донна Елена Фрунзе. Когда ты идешь мимо директора, что надо сделать? Ничего не надо делать. Ты идешь, остается 2-3 метра. Ты должен поклониться, как дзюдоист. Маленький поклон. Маленький, сказать, буназио, Донна директора. Просто буназио, все, и идешь. Когда ты видишь классного руководителя, что должен сделать? То же самое, как здороваться. Девочки, еще раз, такой порядок. Пришли сюда, зашли, поклонились залу и поздоровались с тренерами. Уходите, то же самое. Если вы хотите выйти, нет, вот так, это каратисты кланяются. Потому что те, кто занимается тэквондо, каратэ не так делают. А дзюдоисты кланяются... Дальше. Увидели директора. Как зовут? А что за ЦБ? Как директора зовут? Донна Елена Фрунзе. Ну, может, и будете говорить. Буна сделала, буна деменяться, буна ся. То есть первый, кого вы видите в лице, я должен поздороваться. Вот стоит хорошо. Стоит. Стоит один тренер, второй тренер и директор. С кем вы будете здороваться в первую очередь? С кем? С директора. Самый главный. Он мой начальник, ее начальник и ваш начальник. В первую очередь с директором. Увидели? Вы надели. Потом вы надели дом тренера. Не надо вот этого. Ты смотри. Ты учишься, у тебя есть учителя. Видишь учителя? Поздоровайся. Учитель тебе тогда вспомнит. А, Андрей со мной здоровается. Все не здороваются, а Андрей здоровается. Не поставлю я ей семерку, поставлю лучше восьмерку. А так как ты бегаешь мимо и не здороваешься, поэтому каждый учитель помнит. Еще раз, если я узнаю, или мне кто-то скажет, что вы не здороваетесь. Есть ходят здесь учителя? Значит, во-первых, это касается вас. Увидели директор классного руководителя любого тренера. Остановились, поклонились, как поняли, все. Ушел, можете дальше играть. Особенно вас, обязательно здороваться. Тренер, классный руководитель, директор. В первую очередь с директором. Вот здесь я это уберу, Сережу Тому. Это мой ученик. Я первый тренер, а потом еще были много тренеров, которые с ним работали. Он на Олимпийских играх стал третье место. Но не только я, а еще 5-6 тренеров тренировало его. Поэтому, когда что-то лично моя заслуга, нет, я только начал с ним. 6 лет, 5 лет работал, потом он перешел, работали другие тренеры. Значит, еще раз, стоят три человека. Тренер, классный руководитель и директор. Первым, с кем вы здороваетесь, это директор. Вторым вы здороваетесь, классный руководитель. И третий, тренера. Еще раз я вам напоминаю. Бежишь, пробежал, не заметил. Вдруг тебя сразу поворачиваешься. Все. Сразу к вам другое отношение. Ко мне другое отношение будет. Меня директор лишний раз не поругает. Стоп. Разрешите. Вперед. Пожалуйста. Мобильный. Где мой мобильный телефон? Уйди мой мобильный телефон. Где мой мобильный телефон? В кабинете. А почему? А потому что я раз на работе. У меня идет работа, и поэтому жена не звонит, дочка не звонит, сын не звонит, друзья не звонят. Я не знаю. И если я где-то хожу, я говорю, не звоните мне с часу до 4-5 не звоните. Я не отвечаю, потому что... Вот если взять телефон мой, у меня там два времени. Первое, это наше время, а второе, там, где моя дочка, она в Бостоне, под Бостоном живет, в Америке. И там есть другое время. Увидим время, я вам скажу, где находится моя дочка. Вот раз, например, вот сейчас на работе.
Вот суббота, да, ага, едет на гимнастику с детьми. Ага, воскресенье, ага, едет, у них там, да, едет куда-то. Или вот, то есть я знаю. Она знает, где я нахожусь. Вот в университете в Америке, когда она училась, если кто-то звонит, и она поднимает трубку в университете, могут исключить. Да? И если вы списали с интернета, взяли, просто списали, учитель заметил, выгоняется университет. Она говорит, я пару раз звонил, она говорит, она что-то говорит, папа, мы оставляем мобильные, мы с ними не ходим в университет. У нас нет свободы. Они в другом месте, есть шкафчики, все, мы там оставляем. Поэтому даже не звоним. То есть здесь порядок, здесь вы должны предупредить родителей, особенно мальчики предупреждают своих девочек, своих друзей, что я с двух, до трех, до четырех на тренировке не звоним. А если звонят, значит я понимаю, что вы еще не привыкли, должны привыкнуть к этому распорядку. Дальше. Значит, насчет кимоно. Кимоно я подписал, вы посмотрите, вот где сидишь, Жасмина, где сидишь, там сложишь и здесь поставишь. И здесь сидишь. Нет, ты забираешь, вот там нужно будет просто отметить. И ты вот эти три человека. Раз, два, три. Они занимаются давно, я их хорошо очень знаю. Они всегда хорошо, аккуратно складывают. Потому что у меня там столько вещей, девочек, я же. Так, так удобно в раздевалке или нет? Или поставить стулья, как было? Единственное, что я его потом вешалку еще поставлю, чтобы можно было вешать. Просто. Так, с этим понятно, да? Значит, раз, два, три, четыре. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти шесть человек, вот ты здесь сидишь, вот здесь твой кимоно и пояс. Вы ставите там. Теперь я вас ищу. Я, знаете, я старый, болел ковидом. Я всех не помню. Вот, например, Руслана я помню. Вику помню. Михаила помню. Почему? Они давно занимаются, я все время с ними общаюсь. Если человек... Так, теперь смотрите дальше. Нам придет директор, когда мы будем сдавать. Мне сказали так, что с понедельника вы начнете кушать. Я обрадовался, уже и бегал. Вот с утра. Три дня с утра я здесь. Только сегодня чуть позже, потому что вчера директор получил по шее. Естественно. Шею я уже отработал. Еще раз, вот я сделаю снимки, сделаю портрет директора, свой, тренеров, классный руководитель, замдиректора по спорту, и он будет, вот, не знаю, не здесь, но мы повесим, вы будете знать, кто это. Надо обратиться, вы подойдете, скажете, дома Виктор. Вот им. Делайте, и я еще раз напомню, обязательно начинаем кисти. Вы будете проводить, скажут, пожалуйста, ваше упражнение, мы сразу скажете. Разминаем кисти, разминаем локти, разминаем плечи, вращение. Смотрите еще раз, раз, два, три, четыре, и на пой. Уну, дой, три, пад, вперед. Уну, дой, три, пад, четыре, вперед, четыре назад, то есть по четыре сюда. Повороты. Раз. Наклоны. Вращение туловища. Наклоны. Вперед. Мельница. Разминаем колени. Это все упражнение по 15-20 раз. У вас чуть-чуть сюда поднимите, пожалуйста. Вот так вот. Вот. И делать красиво, особенно девочки. Нет, нет, стоечки, пока стоечки, пока стоечки. Еще 2 минуты стоечки. Так.
Так, сегодня я купил. Надо будет попробовать. Вот. Сука, да? Попробуй. Вот это. Я не знаю, где он купил. Надо единственное, о, это единственное, что там. Не обязательно. Я просто могу, я могу просто меньше сделать. Нет, нет, если она большая, она круче. Если нет, то здесь, наверное, тогда еще это, скотч и внизу сделать, тогда он тяжелее будет. Да. Раз, два. Хорошо. Так, а теперь у меня такой вопрос. Страховку помните вчера? Да, все. Делайте шаг вперед. Шаг вперед. Рынки. Пасы на инке. Итак, делаем. Вечевой, страховку назад. Пожалуйста, ребят, пошли. Уно. Дой. Третий. А теперь разогреваемся внизу. У тебя есть тренер. Да, тренер есть. Пошли в партере. В партере, пожалуйста, да, в партере. Если вдруг вы знаете это упражнение, подсказывайте друг другу. Вот так. О, стоп, смотри, посмотрите. Как у нас таковка? Либо румын. И мобилизария это уже. Асигурая, правильно. Асигурая и наинки. Еще раз падаем вперед. У меня прямые ручки обязательно оп, положимся на живот. Пошли. Здесь чего? Уно. Вот они делают. Трое. Пошли, пошли. Девять. Патру. Чич. Шасе. Стоп, а сейчас самая тяжелая страховка. Вика, высокий паркер, перекат вправо влево. Смотрим. Оп. Пошли. Здесь четыре, здесь четыре. Итак, да, 30 раз.
30 раз. Стоп. Вот смотрите, я сегодня был, стоп, я был на базаре, купил вот такой вот, купил 22 лет. Вот посмотришь, хорошая, бальдвинная или короткая. Вот. Вот там можно. Здесь это там снимает, поэтому если можно, сюда куда-то. Или вот тут вот. Так, вообще 30 раз. Спасибо. Спасибо. Смотрите, там еще скакалки есть. Все.
все, я вот тебе такую. Я другу. Значит так, сейчас. Сейчас, мои дорогие. О! Вика! Викуля! Еще раз! Еще раз! Дай поехать, то же самое. Самое главное, это кувырок будьте. Это страховка. Значит, стоите, делаете шаг. Да. Делаете шаг. Руки ставите в такое же расстояние. Голову убираете, кувырок и страховка. И страховка, группировка, захватывает колени и встает. Делаем три шага, два шага вперед. Обходим и становимся в колонну туда. Вика, покажи еще. Посмотрите. Шаг. Оп. Два шага. Раз, два. И уходишь туда. Понятно. Да? Так. Так, вот тут. Сейчас я. Да. Да, я думаю, два мы поставим. Знаешь, что? Вот эти безумцы, я забери. И вот сюда я еще. Вот эти, нет, эти не надо, вот эти. Вот эти просто переставить. Сейчас я вот это уберу. Так, значит, еще раз, становимся здесь, делаем, я стоит, я говорю, первый номер, не разбегается, подошел, делает раз, два, кувырок и заходит. Нет, все делаю в кимоно, а я в кимоно, мне тоже жарко. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Туда, туда. Да, туда. К ним Артем. И вас как зовут? Григорий, туда, пожалуйста. Вину Паш. Мы вдвоем здесь. Все. Гриша, Григорий. Так, здесь. Андрей сюда. Вы вдвоем сюда, за нее. Так, дальше. Руслан, два шага, три шага и на мой. Девочки, еще. Руслана сюда, Вика сюда первая. Раз, два, сюда. Вы посмотрите. Так, сколько здесь человек? Три, четыре. Я сказал, ты впереди, Руслан. Назад. Все ушли назад. Все ушли назад. Ты переходишь туда. Еще раз, когда одеваем, закрываем рот. Каждый закрываем рот. Так, три, четыре, два. Кто-то из девочек перейдет сюда? Или кто-то встанет? Что нет, как я спрашиваю? Кузя. Итак, первые номера. Вика, раз. Два, первый номер, первый номер, первый номер. Приготовились, делаем кувырок. Маня, оп, кувырок. Ушли и встали назад. То, вторые номера готовы? Да. Отжимы. То, ушли. Третьи номера. Отжимы.
опускать колени. Следующее. Стоп. Одну секундочку. Ставьте сюда. Вот он молодец. Значит, посмотрите внимательно, как сейчас работает. Артем делает кувырок. Да. А Дан не делает. Пока Артем не ушел сюда, он не делает. Когда Артем ушел, делает он. То есть у вас по очереди. Готовы? Хаджина. Шестина. Нет кошель! Жирная. Видишь, да? А нет, Руслан. Так, ты не ведешь. Эй,
жирное нельзя кушать. Какая масло, сметану, перец и масло. Да, мясо нельзя кушать на шар. Первое. Супчик. Хлебушек. Да. Но нельзя много жидкости. Нельзя много ака, воды. Да, ну так, спать много. Все будет руки опекать, весь день. Да, на тренировке. Никакой воды. Посмотрите на себя. Посмотрите. Вот на него, Артем. Посмотрите, у него какие щечки. Да? Вода выходит. Вот он туда, он уже тренироваться не будет. У меня время покушать. А, время покушать? Да. Хорошо. Хорошо. А где твой этот холодильник? Я уже заеду. Не поднимай, пожалуйста. Давай здесь руку. Еще раз, нельзя кушать перед тренировкой, но перекусить надо. За час можно сделать обед. А да. Бутербродом можно? Можно. Вот очень хорошо чужие проходят. Вот, например, Вика принесла бутерброд, а ты съел. Классно, просто это прекрасно. Вы поняли, да? Будьте внимательны, а то вы когда наклонитесь вперед, вам плохо станет. Вам нужно сметана, нет. Сметана, выходите, это, конечно, плохо. Воды напился, желудок, все, руки отекают, пот течет. Все, приготовили, сковородку делаем. Приготовили. Сейчас оценку будем делать. Ставим. Девочки, давай пас на поле. Давай пас на поле. Давай пас, девочки, на поле. На поле. Понятно? Приготовились. Первую руку подняли. Пожалуйста, посыпку ворот. И ушли. Вторую номера руку подняли. Пожалуйста. Вот. Видите? Сделали кувырок, нужно что сделать отсюда? Оп, и встать, когда оценка выше. Третий, отжимай. Умница, умница. Ты падал, но ты представь, что ты на асфальте. У меня нога здесь, ножки вот так. Ушел, приготовились. Отжимай. Умница, но колени должны быть вот... Голова должна проходить между коленей. Если колени здесь, ты с клубом ударяешься в колено. Молодец. Готовы? Следующее. Пожалуйста, самостоятельно пошли. Делаем по три раза. Делаем, делаем. Отжимаем. Отжимаем самостоятельно. Так, еще одна минута. Не очень хорошо. Нет, это для страховки ты хорошо сделала. Умница. 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 Так, стоп, Матея. Матея, встали на свои места. Боец, куда? Вы. Вы остаетесь. Вы. Николай, перейдите сюда, пожалуйста. Да? Где это? Немножко жарко, жарко. Иди потихонечку, чуть-чуть, не закрывай только. Хорошо, что вот, а мы подойдем, посмотрим. Прошу вас, присядьте сюда. Вы остаетесь. На оценку делаем кувырок. На оценку. Там. Друг за другом. Одну секундочку. Сейчас я поставлю. О, вот так. Эту я выключу. Итак, на оценку стоп. Как фамилия, да? Номер фамилия? Еще раз. Сверху Беатриче. Или Беатрис. Беатрис, прошу вас. 9. Умница. Сюда, сюда. Фамилия, имя. Прошу. Пешка Делина.
Так, оценка 6. Голову это снулось. Ноги вместе. И немножечко ушло. Все получится, ты же хорошо делал. Тут рядом ты садись туда в дырочку. Пожалуйста. Так, стоп. Фамилия, имя. Цугуля Андрея. Садись, 8. А. Так, оценка 9. Руслана. Следующие девочки, кто не был, прошу вас. Кто не был? На тот, там где тот ма. Тот ма. Тот ма. Девочки, назад, назад, и напой, напой. Так, Виктория. Виктория, ты всегда впереди должна. Итак, Виктория Кабус, пожалуйста. 9. Кто? Фамилия. Еще раз. Не слышу. А как зовут? Павловская Николета. Прошу вас. Так, семерка. А вот посмотри меня. Ты встала, чувствуешь, что... Я... А наоборот встал. Раз, я бы уже на бал выше поставил. Кто? Не слышу. Олеся Победова? Нет, чувствуется, не слышу. Еще раз. Сурчану Олеся. Видишь, я обедал. Кофе пил. Прошу. Да. А, не, послушай меня. Ты пришла для того, чтобы я тебя научил. И ты через месяц будешь делать, может, лучше, чем они. Встань, пожалуйста. Не, еще раз, не получается, моя задача вас научить. Поэтому не надо стесняться. Оценка пошла. Ничего страшного, что ты думаешь? Пожалуйста, Жасмин. И Сахаренки встала. Вот так, молодец. Оценка чинчика. Так, у кого были? У кого голова? У кого? Андрея? Не разговаривай много, не будет болеть. Мальчики, прошу вас! Да, поболеть. Эй, боец, а? Боец, боец, боец. Так, Боля Данилов, приготовился. Там, там. Эти мальчики совсем жаркие. Пожалуйста. Более длиннее. Кто? Вот ты сколько занимался? Я? Год. Так я попросил мне страховку, кувырок. Вперед. Ладно, ладно. Вон туда. Не надо прощать. А, простите, иди сюда, я тебя прощу сейчас. Поворачивайся. Жалко, что палка далеко. Прощай. Год. Но он делает хуже, чем вы. Поворачивайся. Ты должен сделать кувырок. Толкнуться двумя ногами, поставить две ручки, потом страховочку. Попробуй еще раз. Еще раз, еще раз. Мне стыдно. Тренер твой мешок. Да. Ну, и где вот движение? Вот четко должно быть приземление. Да. Оценка чинч. Ушел.